Ну, привет. И если вы это смотрите, то вы готовы ко всему. Абсолютно ко всему. Прямо сейчас можете сказать себе, что сильнее вашей психики только Росомаха. И то вряд ли. Ну что ж, пожалуй, начнем. Сегодня клиент будет необычным. То есть обычно к нам попадают люди, которые делают непонятную хуйню и непонятно зачем. Тут же чуть по-другому. Во-первых, этот чувак вызывает у меня только позитивные эмоции. Ну а во-вторых, вы сами скоро сможете в этом убедиться. Однако все же для БР он подходит на пятерочку. Внимание, дамы и господа, Володя Медведь. Чуваки, говорят, в интернете есть сайт, куда сливаются все самые смешные картинки со всего интернета. И знаете, что самое интересное? Я знаю адрес этого сайта. lulspeak.ru. Заходите туда. Говорят, там Петросян вдохновлялся когда-то. Давайте. Ну а познакомился я с ним вот по этому видео. Скажу сразу, страх и отвращение оно у меня не вызвало. А вот смех... Смеха было много. Здорово, с вами Володя Медведь, блядь. Пацаны, короче, дошли какие-то ебанутые новости, что наш YouTube могут закрыть, да, блядь, из-за какого-то ебаного фильма, да. Это мусульманские ебаные уебища, да, пацаны, блядь. Это у них там это что-то они сняли, блядь. Но это, походу, снял какой-то американец ебанутый, да, блядь. И что-то он куда-то выложил на YouTube, да, из-за этого YouTube могут закрыть, сука, пидорас, блядь. Сука, уебище, бля. А нельзя просто как бы, блядь, сука, это заблокировать, удалить видос, сука. Ну почему его закрывать-то, пидорасы, блядь? Сука, блядь, блядь, блядь. Сука, уебище, ебаный меня, пацаны, сбесило немного так, блядь. Самую малость. Совсем немноженько. Чуть-чуть. Ну, я думаю, все это пиздёж, бля, я думаю, блядь, не такой огромный это портал видосов это, блядь, YouTube, как YouTube не закроют, блядь, это, надеемся, что такого не будет, да, пацаны, блядь, а то это будет просто полный пиздец, блядь, сука, останется этот галимый Рутуб, блядь, который, блядь, сука, срал я на него это, блядь, это тоннами, да, пацаны, блядь, это ебал я его в жопу, да, пацаны, блядь, это Рутуб ебаный, вообще кусок говнища, а не этот ебаный, блядь, сайт, блядь. Ну, короче, с вами был Медведь, подписывайтесь, ставьте лайк, всем пока, всем респект, всем удачи, блядь, блядь! Эмоции. Искренние. Неподменные эмоции. Единственный минус Медведя, пожалуй, в том, что он совершенно не имеет словарного запаса. И поэтому вынужден использовать мат через каждое слово. Да, пацаны, блядь. Но не будем его в этом обвинять. Потому что средний статистический житель Российской Федерации не может выразить свои эмоции, не сказав... Здравствуйте, за прошедшие, блядь, тьфу, ёб твою мать. Язык не поворачивается нахуй. Давай. Можно? Здравствуйте, за прошедшую... Да ее нахуй, честно сказать, ебал я... И не будем останавливаться, ведь впереди нас ждет куча интересного. Да, блядь, пацаны? Не советую только там колу покупать, она стоит порядка 60 или 80 рублей, я точно не помню, я не покупал, я лучше взял архиза, пацаны, блядь. Это минералку, блядь, и бухал там, блядь, и не в пизду, блядь, ебался мне, это ебаная кола, да, блядь. Ну, короче, пацаны, с вами был Володя Медведь, подписывайтесь, лайк, всем пока, всем респект, всем удачи, блядь. Пацаны, сейчас нос заложим, всем пока, блядь. То есть, вы заметили, да, блядь, пацаны, второе видео, а мысли-то, по сути, правильные. Да. Но его манера речи весьма и весьма посредственная, поэтому в основном это вызывает лишь смех. Но такой хороший смех, очень хороший. Ha ha ha!
Хотя, если подумать, то будь он не таким, а скучным одесситом, выступавшим пару раз на «Украина, моя талант», то ничего, кроме сочувствия, он бы не вызвал. Поэтому впервые за все выпуска «Бэдрума» я скажу, что парень-то нормальный. Ну, как нормальный? Проблемы со психикой у него все-таки есть. И, по-моему, очень даже серьезные. Банили все, забанили, блять! Самый первый видос забанили, пацаны, про азбуку вкуса. Это азбука агент, ебаные суки, блять. Пришли с губ, блять, сука, а, блять, сука. А что же вы, блять, им докатовьтесь ремня, сука, блять. А, суки, блять, азбука агент, ебаные суки, блять. Ютуб подкупили, блять, сука, вместе с кейтерами, сука. А, блять, сука, азбука вкуса. На, блять. Сука, азбука, сука, блядь, вкусы, блядь, недоразу, блядь, сука, забанили, сука, все подкупили, блядь, суки, ну, конечно, пиздец, пацаны, все подкупили, нахуй, блядь, сука, пидорасы, надо их взрывать, блядь, пиздец, блядь, ну, короче, сам был Медведь, короче, передаю привет Вячеславу, Саньку, блядь, и Паше, блядь, всем пока, блядь. Мне кажется, что любое событие спокойно доведет его до инфаркта. Причем я уверен, что даже радостная новость устроит ему эпилептический припадок. Весьма эмоциональный тип. Всем здорово, блядь, с вами Володя Медведь, пацаны. Ну, короче, за окном, блядь, у нас построили это две новые площадки еще в конце лета. Я забыл показать, пацаны, вот они, блядь. Это для баскетбола, да, и футбола, и волейбола ебаного, да, блядь. И, кстати, пацаны, сегодня идем на улицу, да, блядь. Что-нибудь заснимем, да, за улицей это очень тепло, вот, да, пацаны, я около окна стою, блядь, без футболки, да, блядь. Давайте уйдем отсюда. Вот, кстати, пацаны, я купил, блядь, себе новые часики, да, блядь. Теперь как этот ебаный, этот чиновник, да, блядь, это, вот, блядь, блатная, блядь, рука, да, пацаны, блядь, вот, блядь, блядь, сука, вот, блядь. Давайте закроем окно, пацаны, блядь. Сука, ебаный кактус какой-то стоит тут, пацаны, блядь. Вот, блядь, шляпа от этой ёбаного, блядь, это... черепахи, да, блядь? Блядь, сука. Ну, короче, пацаны, блядь, еще хотел бы объявить новость, да, блядь, это вот... Вот привет от Медведя будет каждую субботу, это, или воскресенье выходить, блядь, каждую неделю, да, блядь? На Первом канале, если вы понимаете, о чем я. А вот еще один видосец, который покажет нам, как правильно радоваться маленьким событиям с инструкцией. Здорово, блядь, с вами Володя Медведь, пацаны. Короче, хотел бы сегодня поговорить о сегодняшних новостях, блядь. Ну, короче, пацаны, блядь, это что вообще случилось за месяц ебаной учебы, да, блядь, практически, да, месяц? Уже сегодня 25 сентября, пацаны. Ну, во-первых, я получил ебаный студенческий билет, вот он, блядь, пацаны. Короче, заебись, блядь. И, кстати, пацаны, это вы уже, блядь, после 30 числа нам дадут косарик, блядь. Это типа каждый месяц будут давать. Вообще заебись, блядь. Я обрадовался, да, блядь. Может там пеппера накупить, вообще заебись, блядь. Ну или там что-нибудь другое купить, блядь. Или, блядь, пойти, блядь, например, что-нибудь дорогое, блядь, это говно купить и сожрать его, блядь. Ну, типа, какой-то торт, бля, ебанутый, блядь. Или еще что-нибудь, блядь, и сделать на этот смотр, пацаны, бля. Вообще заебись, блядь. Ну, короче, блядь, это были все новости, пацаны, блядь. Ну, короче, с вами был Владимир, подписывайтесь, ставьте лайк, всем пока, всем респект, всем удачи. Вы просто представьте его в реальной жизни, когда ему все это выдали и сообщили радостную новость. Хотя, нет, не представляете, я вам сам покажу. Итак, Володя Медведь, вот, держи студенческий билет. А, да, чуть не забыл, теперь каждый месяц ты будешь получать 1000 рублей. Да, блядь, спасибо, блядь, теперь я, блядь, смогу говно дорогое, блядь, покупать, ёпта, блядь, пацаны, блядь, и, короче, это, блядь, жрать говно это, блядь, буду еще торт какой-нибудь, блядь, уебанский куплю, блядь, и буду его жрать, ха, спасибо, блядь. Не за что, блядь. Хотя, я могу ошибаться, все могло быть куда жестче. Многие люди думают, что они герои, и поэтому готовы съесть лимон целиком, но все они... сморщились. Но только не Володя Медведь. Он не сморщился. Ему просто было кисло. Блядь! Как кисло-то, блядь! А, сука! А, блядь! А!
Ну и напоследок хотелось бы вам показать видео, склеенное каким-то чуваком и выложенное на канале Медведя. Итак, трейлер «Володя Медведь». Всем здорово, блядь, с вами Володя Чернокнижник. Банили, все забанили, блядь! Блядь, сука, вместе с гейтерами, сука! Верес, блядь! Самый первый видос забанили! Маленькой защиты нет, мамонта, айфона, блядь! Пидораска, что ты делаешь? Нашел я в доме какую-то мраморную поеботу, блядь. Все это хуйня, блядь, это сука. Пидораска, никуда ты не идешь, если то. Пидорас, убью его, блядь. Опушистые шмели, Володю довели, блядь. Вот тут... Признаюсь честно, я немного испугался. Но все равно, не так, как обычно. У него еще очень много видео. Очень много. На момент создания этого ролика у него их было 263. Так что, прописав поиски на ютубе Володя Медведь, вы полностью и целиком сможете насладиться данной личностью. Секундочку. Нам Ваня кое-что хочет сказать. Вань, мы тебя слушаем. У меня сейчас точно будет инфаркт. Это... Всё. Жить я спокойно не буду. Эх, Ваня, Ваня, что бы мы без него делали? Ну иди кушай, ну или потанцуй. Ну и в завершении хотелось бы сказать, несмотря на то, что чувак странный, он не вызвал даже схожих эмоций с теми, кто бывал до него в бедруме. Да, он делает странные вещи, но они у него получаются круто и смешно. Так что это еще раз доказывает, что совершенно не стоит бояться своего творчества. Хотя нет, пизжу. Бояться стоит. Мне просто работа нужна. Ну а после всего увиденного подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу, рассказывайте братюням, ретвитьте, репостите, фейсбучьте. Господи, сколько всего есть! Ужас! А в мое время был только телефон со штукой такой крутящейся. Ну в общем, как обычно, будьте нормальными. Увидимся. Друзья, скоро на моем канале появится отдельный плейлист, где будет выкладываться новый проект. Он ежедневный и познавательный, так что не пугайтесь, если увидите. Вам он должен обязательно понравиться. И да, кто еще не знает. 2 ноября в Sorry Mama Bar будет мой стендап, живое выступление. Приходите, а билеты вы можете заказать вот тут.